Всем hello, дорогие друзья, с вами Алла Миронов, и сегодня мы с вами продолжаем играть в Pizza Tower. Да. В прошлой серии мы с вами победили босса третьего. А теперь собираемся пройти третий этаж полностью, потому что тогда, помните, мы его с вами не допрошли. Ну что ж, начнем. Ну это я ненавижу боль. Я пипец такой ненавижу. Особенно в этой игре. Я в реальности его ненавижу. Эти пути особенно не обязательно проходить, но если только для топинов, то тогда обязательно. А я и хочу топины получить. Значит, обязательно для меня. Здесь там будто метроволновка не будет. Ой, я собрал тыкву. Кстати говоря, у меня 11 их. Я без вас, ребят, собрал 10 тыкв. И теперь 11. Прикольно. На. В смысле?
Так. О, достижение какое-то. Прогноз. Еще одно достижение. Бургер. Вот это да. Пицца Тауэр за нас апдейт. Мы крутые вообще, пацаны. Вы давно меня здесь снимете? Я сейчас дворы потарю, меня таким милым голосом, а старым, потому что у меня дорога до сих пор болит. Кстати, дворя, напоминаю вам, ребята, что у меня день рождения завтра. Завтра у меня день рождения. Вы должны меня поздравить. Кто-то из пасхалки, кстати, дворя, вы помните. Ну ладно. Дип диш 9. Случайно, раньше не 8 было ли? Он серьезно, мы в ракету превратились. Чё? Мы отталкиваемся? Ничего себе. Прикольно. Не, ну, день рождения у меня это завтра, а вот с друзьями день рождения будет послезавтра. Да. А там вот в ракету превратиться. И понимаю.
Вот там глаз. Ну ладно. Я забыл, что тут можно ускоряться, господи. Что с дверью? Ой, это я знал, что топим там. Окей. Ну прикольно. Так, минуту. А, уже нельзя. Тролль. Ну ладно. Ну я взял топлины, хорошо. Да куда? Блин, забыть. Ну вообще его приплюнем это. Да-да-да, понимаю, Маш, понимаю. Секунду. Ага, понятно. Я просто проверяю, вдруг тут что-то есть. Ага, тыквал. Я так и думал, что здесь что-то есть. Но я ожидал топлин. В принципе, да, здесь ничего нет, ну ладно. Кроме тыквы. Не, ну тыква особо тоже нужна, но... Так сказать. О, топим, 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 топим. Смысла не могу взять. Ну ладно. Возьму тогда таким другим способом. Может, надо прямо взорвать ракету? Стопим. Да почему ракета? Я же думал, что она... Не, не работает. Ну ладно. Ну да, надо вот здесь быть. Не знаю зачем, но я глаз пошел. Ладно. Подождите. Да я понял, понял. Сейчас. Там глаз наверху, ну ладно. Может, что-то топим, если не знаю. Но мне тоже нет. Топим здесь, ну ладно. А, это мы назад отправились. Ну ладно. О, топим.
последний топин остался на ней. Помогите, я мою скажу! Тупая трыса! Все тупые трыса вообще, вот там тупая. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. О, не... О, все только бы забрал, замечательно. Вы. Еще одно достижение. Замечательно. Ой, да ну, я у вас еще один нашел. Брынлайс. Внимание. Ау-ау-ау-ау. Подожди, то я там помню, где-то глаз был. Я ведь помню. О, дверь. Да. Это хорошо, что я ее нашел. Еда. Ха-ха-ха. Ладно, это понятно. А вот глаз где-то был. Быстрее! Минута! Не, похоже, не успел. А, уже нельзя. Ну ладно. Тогда зря я торопился. Да я понял ракету, да. Ладно. Ну хотя бы попытался. Ах, отсек-то был. Ту-д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 у. Тут. Ладно. Ну, короче, вот так вот, ребята. Видео мы с вами смогли пройти третий этаж. К сожалению, про четвертый этаж видео пока не будет. Но я имею в виду в этом видео. Потому что я хотел пройти весь третий этаж сначала. Вот я прошел два уровня. Это нормально. Все это 20 минут занимало. Ну, а на этом все, ребята. В следующей серии мы с вами продолжим проходить предпоследний этаж, четвертым. Посмотрим, что будет с боссом Фейт Пипино. Интересно мне. Нос даже взрывается, он срочно хочет. Ну ладно. А на этом все, ребята, господа. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, поставьте колокольчик. Ну а с вами был Мирон. Всем удачи, всем пока. И напоминаю вам, что завтра у меня день рождения. А послезавтра день рождения с друзьями.